Here's Maloney. Headed. Oh, Ben Watson! Off the pitch. What a goal! Wigan! Take a 1-0 lead in the 91st minute of the FA Cup Final. Miracle! Absolutely perfect time to score. What a great ball in. Fantastic ball. And like I said, with Ben Watson, the ex-Palace player, he has got a goal in him. Really. Он по-прежнему принадлежит Челси. Опасно. Агуэра, Рамис и вынос мяча в исполнении, по-моему, все того же Макана. Есть что о нем, безусловно, рассказать. Ну, вы хотели интриги, вы ее получите. Да, Демичелис мяч так, по-моему, и не сыграл. Давайте смотреть еще раз. Да нет, конечно. Преградил путь, но Мартин Демичелис всегда играет вот так вот, на грани. Уиган! 1-0! Корди Гомес! Который сказал, что ему хватило 5 минут после общения с Уве Рёстлером, чтобы понять, этот немец нам нужен в качестве главного тренера. В матче Норвича Леон Барнетт, правда, не имел там места постоянного в стартовом составе. Очень опасно! 2-0! 2-0! Джеймс Пёрдж! Уиган! Правда, затем Джолиан Лескотт вынес мяч. Передача из-под Микки Ричардса, и Джеймс Пёрдж из-под Гаэля Клиши передает второй горячий привет. И City of Manchester, и Manchester City. 2-0 Уиган. Уиган близок к тому, чтобы выйти в полуфинал Кубка Англии вместе с Уве Рёстлером. Легендой Манчестер Сити, человеком, который... Очень компактно располагаются игроки Уигана под собственной штрафной. И, конечно, их нужно растягивать, как сейчас. Здорово! И штанга спасает Уиган! А это Клиши, между прочим. А Джека бил прямо, взлетев над Барнеттом. Проспал Барнетт подключение босницы. И добить тоже было неудобно Сильве. Вот чуть-чуть отскочи мяч на его ногу. И тогда быть бы... Джека скидка, Ричард скидка, удар на сри. Гол! Беру свои слова назад в отношении Самира Насри. Беру назад. Успел выхватить у вас. Успел. 2-1. Ну что, будет камбэк, как с Сандерлендом? Поднял ногу, кстати, резко. А не был ли он в положении вне игры? По-моему, был. Но оспаривать этот мяч я не буду. Гол засчитан. И это 2-1. Элементарно не хватает завершения. И это у такой мастеровитой команды, как Сити. Я так понял, что желтая карточка за затяжку времени кому-то показана. Да, здесь Бойс выручил, это понятно. У Джека...